Добрый день, уважаемые подписчики! Как и обещал в предыдущем видео по установке Xcentric 2020.06, выкладываем исправление по недостающим картинкам и покажем в DAS, как изменить немецкий язык на русский. Запускаем наш Xcentric. Выбираем Open Port. Выбираем Mercedes-Benz. Здесь мы видели, что не хватает некоторых картинок в иконках легковых, грузовых. Пустые квадратики. Для того, чтобы нам это поправить, выходим из программы Xcentric, открываем папку Mercedes-Benz, открываем там папку Xcentric и закидываем туда нашу папку контекст. Заменяем там недостающие файлы. Проверяем. Выпускаем снова Xcentric. Выбираем легковые автомобили. Видим, что у нас все значки теперь на месте. То есть мы закинули картинки для значков, иконки, и теперь все у нас нормально отображается. Чтобы изменить язык DAS, в данном случае у нас немецкий тут установлен по умолчанию, выходим из программы DAS, заходим в свойства ярлыка, путь, и в самый конец задвигаем правой стрелочкой до конца файла. И вот здесь нам нужно заменить последние две буквы на ру. Выпускаем DAS и видим, что у нас теперь на русском языке отображается. То есть программа работает нормально, отображает полноценно русский язык. Небольшая демонстрация. Уходим из DAS. На этом всем спасибо. Приятных просмотров. Не забываем подписываться на канал.